1984 года, когда я на свое день рождения, ничего не ведая и не замышляя ничего плохого, пригласил мои любимые ленинградские группы, «Аквариум», «Кино». Тогда, в общем, это был первый выезд в кино за пределы Питера. «Последний шанс», «Браво». Многие из тех, кто тогда приехали на Никольную гору и сегодня играют, выступают перед вами. Это, конечно, группа «Центр». И вот нас точно так же нелепо, целый день, правда, это было в один день, прессовали, выгнали со сцены, и мы в последний момент все-таки нашли площадку у меня на даче, и там сыграли. Я думаю, что запись этого концерта хранится только в архивах КГБ. Вот. И самое поразительное, что спустя 27 лет, после августа 1991 года, мы снова столкнулись почти с такой же ситуацией. Это просто неслыханная наглость со стороны власти. И спасибо Василию Шумову и Артему, которые дали повод нам сегодня собраться и, в общем, как-то сказать им в лицо, что мы ничего не боимся. Стая в группе выступает наш любимый поэт и художник Герман Виноградов. Я ему дам слово. Здравствуйте, друзья. Я хочу рассказать другой случай в моей уже бытности. В 90-м году мы поехали с Артемом Троицким на фестиваль, на очень большой фестиваль, который был вот на гребне бархатной революции. Он проходил в Смирном монументе Сталина. Это на берегу вот такой Тавы. Он был провален нахер вниз туда. Вот. И людей всех поселили, всех участников фестиваля поселили в бывшее здание правительства КГБ, это дворец Проспект, и все жили на нарах и топили помещение делами, которые вот там хранили. Давайте похлопаем, что мы делаем.